Друзья, смотрите, какие кусочки получились. Ой, вообще, это красота. Не сильно сухие, которые ломаются. И не влажные. Друзья мои, всем огромный привет. Сегодня снова мясная история у нас. Сегодня будем делать чипсы из мяса. Или по-другому, мясные чипсы. Если покупаете где-то в магазине, в пивнушке какой-то, очень дорого стоит. Соответственно, мы сегодня сделаем сами это все. Использовать будем свиной карбонат, два кусочка, весом у меня 2 килограмма ровно. Мясо можно использовать любое, конину, оленину, курицу, как говорится, свинину, говядину, что еще, баранину даже. Но я сегодня буду вот из карбоната делать, соответственно, завтра будут уже свиные чипсы у нас. Все, давайте пройдемся по ингредиентам и начнем приготовление данного блюда. На 1 килограмм мясного изделия потребуется 50 грамм коньяка, 10 грамм поваренной соли, 10 грамм нитритной соли, 3 грамма смеси для барбекю, 10 грамм паприки копченой, ну, либо обычной паприки, 1 грамм черного перца, 1 грамм чеснока сушеного, 1,5 грамма кардамона, 1 столовая ложка меда и 50 грамм соевого соуса. Ну, в принципе, если вы у меня на канале видели, в основном вот эти все ингредиенты в обмазке, когда рульку готовил, либо гуся, я вот такое, ну, что-то меняю, но в основном вот такие специи у меня. Все, ребята, приступаем к нарезке мяса на слайсы и смешаем все ингредиенты в одной чашечке. Мясо я проморозил в течение недели в морозилке. И теперь нам надо нарезать на тонкие слайсы, ну где-то 0,5 сантиметра толщиной. Оно еще даже до конца не оттаяло, соответственно, нам будет очень легко это все резать. Вот такие слайсы у нас получились. Все, в сторонку убираем и начинаем смешивать наши специи в одной таре. Выливаем коньяк, соевый соус, поваренную соль, нитритную соль, кардамон, паприка. Для барбекю чеснок сушеный, перец черный и мед. И все хорошенько это размешиваем. Чтобы мед растворился в данной смеси. Аромат пошел, ребята, вы даже не представляете. Коньячно такой из специи. Там, да. Чипсики у нас будут очень вкусные. И все хорошенько перемешиваем. Вот такой цвет у нас получился. Накрываем крышкой и оставляем минимум на 9 часов. Это я хочу. Вы можете 4 часа, в принципе, просолиться, все нормально. Я оставлю на 9 часов. Далее я покажу, что будем дальше делать. Все, ребята, встретимся для вас через секунду. Вот, друзья, развесил я. Получается, наши чипсы. Будущее на решетке. Если бы я бы укладывал так, то они мне не поместились. В принципе, сейчас посередине поставлю, включу конвекцию, верхний, нижний темп, и все у нас будет
чин-чинарем. Смотрите, первый час буду готовить при 70 градусах, чтобы наше мясо, ну, как говорится, было готово. Как вы знаете, когда мы делаем колбасу, 68-70 градусов готовность свинина. Соответственно, здесь надо тоже сделать. Час продержать 70 градусов, соответственно, мясо наше будет готово. Потом понизим температуру до 50, ну и будем готовить уже пока до нашей нужной консистенции, чтобы мясо было уже такое сухое. Ну что, закладываем духовку, включаем тены, включаем температуру и включаем камеру. И показываем, что у нас из этого получилось. Ну вот, мы загрузили наши будущие чипсы. Включили верхний и нижний тен. У меня две конвекции. Соответственно, все. Воздух будет гонять. Включаем температуру. Ну, на 70. Давайте на час 10, пока нагреется. Вот. Все, ребята. Через час включимся и посмотрим, что у нас из этого получилось. Только смотрите, духовку я не буду до конца закрывать. Оставлю где-то полсантиметра, сантиметр, чтобы влага вся уходила. Все, друзья, начинаем готовку. Вот наши чипсики готовы. Прошло час при 70 делал и 6 часов при 50. В принципе, вышло 7 часов готовки. И остановил я эту процедуру. Как раз они такие полувялые, полусухие. Ну все, сейчас весим, посмотрим, сколько у нас осталось от 2 килограмм мяса. Сколько, ну я думаю, наверное, килограмм, ой, грамм 700 максимум. А то и 500 получилось. Ну все, ребята, встретимся через несколько минут. Ну вот, друзья, как мы видим, 936 грамм, ну одну я съел, 950. Потери больше 50% в весе. Было 2 килограмма, осталось чуть меньше килограмма. Все, приступаем к дегустации. Друзья, смотрите, какие кусочки получились. Ой, вообще, это красота. Не сильно сухие, которые ломаются. И не влажные. Вот это чуть-чуть повлажнее. Ну ничего, это мы первым делом съедим. Хотя я, наверное, сделаю сейчас это все, соберу в пакет. И вот это, где влажное, поделится с остальным где-то, может, по суше, по тончику скибыли. И будет вообще просто шикарно. Хорошо. Вот видите, какая структура. Отлично, отлично. Все, дегустация. Приступим к дегустации миска. Я признаюсь честно, уже съел. Смотрите, повторюсь, с 2 килограммов у нас получилось чуть меньше 1 килограмма. 50% усушка. Очень вкусно, ребята. Я делал из курицы. Вот именно тоже по этому рецепту. Ну, только там специи какие-то были немножко другие. Но это шикарно. Я сейчас в пакет уберу. Где-то такие, может, потолще кусочки поделятся влагой со всеми. И буду вакуумировать грамм, ну, я думаю, наверное, ну, штучек по 5 вот таких. С собой взял, куда надо. Чисто, знаете, как бы, вот охотники берут, рыбаки с собой. Ну и мало ли куда поеду, пускай лежит. Тем более сейчас прохладно на улице, машину положу. Когда-нибудь перекусить. Сегодня буду разливать мартовское пиво. И сделаю дегустацию вот с этими чипсами. Я думаю, будет очень вкусно. Как она меня уже достала, ребята, вы не представляете. Ну ладно, ребята, делайте по этому рецепту. Это не очень сложно. В общей сложности заняло у меня с засолкой и с сушкой, там, пускай образно сутки. На ночь поставил, и за ночь она мне высохла. Все, друзья, всем приятного аппетита, всем пока и до свидания. Подписывайтесь на канал, кто не подписался.